30 ноября президент Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлутом Чавушоглу. Глава государства с удовлетворением вспомнил участие вместе с президентом Турции Реджепом Тайепом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции в недавней церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Коснувшись вклада Азербайджана и Турции в региональное сотрудничество, президент Ильхам Алиев отметил важность с этой точки зрения участия наших стран во всех трехсторонних форматах сотрудничества и сказал, что это инициативы, служащие расширению как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества. Глава государства расценил как хорошее событие проводимую сегодня трехстороннюю встречу Азербайджан-Турция-Пакистан. Министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу передал главе нашего государства приветствие президента Реджепа Тайепа Эрдогана. Мевлут Чавушоглу вспомнил об участии месяц назад в церемониях по случаю запуска железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, подчеркнув, что Турция гордится этим событием. Он отметил важность крупных проектов, которые в будущем будут реализованы совместно с Азербайджаном и Турцией, в том числе проекта ТАНАП. Мевлут Чавушоглу подчеркнул, что благодаря лидерству глав двух государств наши отношения неуклонно развиваются во всех сферах. Гость сказал, что сотрудничество в трехстороннем формате с участием Азербайджана и Турции служит укреплению региональной и международной безопасности, стабильности и расширению экономического развития в регионе. В ходе беседы была подчеркнута важность проведения в Азербайджане конференции «Сердце Азии. Стамбульский процесс» с точки зрения укрепления международного сотрудничества. На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Глава государства выразил признательность за приветствие президента Турецкой Республики Реджепа Тайепа Эрдогана, просил передать и его приветствие президенту Турции.